Ими гордится предприятие. Имена лучших работников Балаковского филиала АО «Апатит» занесены на доску почета. В честь этого события им вручили сертификаты, букеты цветов и премии. Торжественную церемонию по традиции приурочили к Дню химика. Каждый, кто посещает наше предприятие, будет видеть наших лидеров. Учитывая, что год юбилейный, конечно, мы, я скажу честно, особенно тщательно отбирали этих людей, смотрели их заслуги, которыми действительно нам есть чем гордиться. 9 передовиков производства, на которых стоит равняться. Благодаря своему трудолюбию, ответственности и нацеленности на результат, они заслужили право называться лучшими работниками Балаковского филиала АО «Апатит». Все они работают на предприятии по много лет, настоящие специалисты, но при этом очень скромные. Не знаю, мне просто сообщили то, что для меня это тоже так же стало сюрпризом, но приятным. В обязанности Андрея Петрова входит подавать вагоны для загрузки готовой продукции, которой, кстати, за прошлый год Балаковским филиалом АО «Апатит» было выработано 2 миллиона тонн. А вот его коллега Самигула Мухамбетов следит за тем, чтобы не было сбоев в работе компьютерной техники. Работаю я уже 10-й год здесь. Работаю в ЦПУ, Центр пульт управления. Сижу за компьютерами, то есть слежу за трендами, то есть сижу за процессом всего, ну, да, вот нашего оборудования. Все 9 сотрудников, имена которых занесли на заводскую доску почета, люди рабочих специальностей, благодаря которым и развивается предприятие. Их преданный труд помогает Балаковскому филиалу АО «Апатит» идти вперед, ставить новые цели и добиваться их. И теперь имена лучших работников будут знать не только сотрудники завода, но и все, кто пройдет мимо обновленной доски почета.